Вторая фаза испытаний вакцины Covirán на людях предполагает, что она безопасна и обеспечивает эффективный иммунитет против коронавируса. Разработанная штабом исполнения указов имама Хомейни вакцина Covirán была введена 280 добровольцам на втором клиническом этапе. Результаты были, соответственно, доложены в Министерство здравоохранения. We passed the first and second clinical stages, and in the next two days we will report the results of the second phase to the regulatory bodies. So far we have achieved promising result as to the efficiency of the vaccine. Once this phase is complete, we can then speak with certainty about the exact percentage of the vaccine's efficiency. После завершения второго этапа и подтверждения эффективности вакцины от коронавируса начнется третья и последняя стадия, которая охватит 20 тысяч добровольцев. Руководство команды, работающей над вакциной Covirán, заявляет, что оно уже призвало к добровольным инъекциям, поскольку времени остается мало. Based on international standards, if a vaccine gives at least 50% immunity against the virus, it is viable and can be mass-produced. We are confident from our lab tests that Covirán is effective and can generate significant number of antibodies, so we have already issued a call for volunteers to study its efficacy on a larger statistical population. Первая фаза клинических испытаний, проведенных в декабре прошлого года, доказала, что вакцина безопасна и не вызывает побочных эффектов. Помимо Covirán, Иран работает над 7 другими вакцинами собственного производства, включая Covpars, который сейчас проходит первую фазу испытаний на людях. Это связано с тем, что в стране уже началась массовая вакцинация, в основном с использованием российской вакцины «Спутник V». Covirán же лидирует по гонке в сравнении с другими вакцинами отечественного производства. Теперь, когда четвертая волна эпидемия охватила страну, разработчики Covirán заявляют, что делают все возможное, чтобы в ближайшие два месяца поставить на рынок массовые объемы вакцины.